Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал AmBot, и у нас игра Bleach 3D Global. Сегодня прошло обновление ночью, плюс прошло обновление днем, и вот я бегу вам писать видео. Также не забываем, что сегодня будет также вечером стрим, поэтому заходим на стрим, ну и, соответственно, участвуем активно на нем. Значит, что у нас? У нас ограниченная вербовка, добавилась вербовка на Кукаку. Кукаку я тянуть не буду. Также неожиданно добавилась вербовка на события Нанао и Сизон. Поэтому на Нанао и Сизон мне нужен этот персонаж, поэтому я сделаю несколько призывов, после чего мы перейдем к обновлению и вообще к суперлотерее, вот. Поэтому давайте начнем поэтапно, на Нанао и Сизон. Перейдем к рулетке, поучаствуем в ней и вот как-то так вот посмотрим, сколько мы можем максимально выжить с рулетки, потому что у нас будет очень много дропа, поэтому, ребята, смотрим, что по поводу дропа, вот как-то вот так. Поехали, нажимаем Go, у нас получается максимальное нужно 400, у нас на самом деле по рулетке будет очень много, да, то есть давайте зайдем в вербовку, посмотрим, 13 тысяч, у меня 980 кристаллов есть, поэтому мы будем максимально вращать, то есть на наш VIP, который у нас есть. Поехали. 7 попробуем прокрутов сделать. Сколько же было? Так, у нас было... То есть мы получили, потратили 400, получили 363. Мы уже как бы в минус. Как бы уже в минус. В минус работаем. Давайте быстренько сейчас вот так я сделаю. Секундочку, вербовка, да. Окей. Окей. 13, да? Так, ладно, хорошо, я это еще дело посмотрю. Вы посмотрите тоже, потому что, честно, я уже сбился со счета. Короче, ладно, поехали. 1000. Если мы вращаем 1000, мы получаем... А, мы максимально можем получить 1000. Да, мы, получается, все равно в прибыли. У нас, получается, по затрате, мы можем получить 2000 максимум. А надо, получается... А сколько надо вообще? Требуется 999, вот так вот, да. Все, не путаемся. Потому что я сам начал путаться, это очень плохо. Вот, а у нас в любом случае рулетка получается в плюс. Мы сейчас по окончанию посмотрим, сколько у нас будет кристаллов вот этих будет. Но их просто будет бомбезно очень много. Поэтому, в принципе, я могу позадуляться и мог вытянуть на Нао там половина. Значит, быстрее я просто с твина скину ее, да и, в принципе, и все. Вот, значит... Далее, что у нас? У нас уже какое-то вращение, я не знаю, там, какое-то уже лице, не знаю. У нас уже 5, по 5 тысяч кристаллов падает, ребят. 5 тысяч кристаллов, 5! 5, ребята, и это какой прокрут-то был? Давайте просто посмотрим, что у нас есть по вербовке. Вот сейчас все налаживается. У нас уже, ребят, 17 тысяч. Ну, то есть уже где-то, ну, уже реально в плюсе. Уже реально в плюсе на несколько тысяч, как бы, в любом случае, в раскладе. Вот, далее, что у нас? Максимум можем десяточку получить. Десяточку у нас выпадает 8 775, как бы. То есть до десятки тут явно нету. Двадцатку у нас тратится практически 15 тысяч, да, и мы можем вытянуть двадцатку. Ну, 18 500 мы как бы получаем, это неплохо. 18 500, да, то есть уже явно такой прям. Требуется 26 999. Ну и опять же, видите, VIP уже требуется 12. То есть в любом случае... Мне не хватает уже до випа, а свой вип я уже полностью весь измотал. То есть тратим 26, получаем 35. То есть это просто для супер жестких донатеров. Что же у нас получилось? У нас стало 22. Было, по-моему, 14 тысяч, если не изменяет мне память около того, что типа того, да.
И у нас получается всего лишь на всего 8000 кристаллов нам дали. По факту это немного, но тем не менее 8000 кристаллов это довольно-таки тоже неплохо. То есть мы по факту можем что сделать? Допустим, те же нам нужно 160 там фрагментов, 100 фрагментов, например. Вот, и это у нас получается 18500. То есть, в принципе, я могу просто тупо сейчас взять и купить 100 билетов. Вот. У нас, возможно, что-то есть по событию. Да, по событию также у нас добавился обмен Генри Сай, да. То есть, вот, в принципе, нам нужны для этого универсальные вот эти вот осколочки. Плюс нам нужно так же, как и здесь на Берса. То есть, в принципе, все то же самое. Поэтому копим теперь уже. Кто-то на Берса будет дособирать, кто-то будет на Генри Сай дособирать. У меня, в принципе, и то, и другое, и как-то вот так, и всякое прочее, и тому подобное. Поэтому вот, как-то вот так, ребятки. Походу, мне придется все равно сперва собирать Берса. Здесь мы получаем затрату всякие плюшки ништякосы, да. И вот на самом деле, рулеточка, кстати, актуальна, возможно, была бы. Ее тянуть частично, это вам, как бы, вот такая подсказка, да. И в то же время может добавиться еще один ивент на трату кристаллов. Ну, опять же, и вот поэтому будем тоже тратиться, и будем еще там тратиться, в любом случае не есть, я что-то буду покупать, поэтому буду теперь ждать ивента по трате кристаллов и буду участвовать в нем. А далее, что у нас? У нас, получается, мы, помимо того, что у нас все вот это вот есть, да, мы, короче, получается, все хорошо открутили, все хорошо, мы уже посмотрели с вами, добавился очень интересный ивент, да, то есть, очень интересный ивент, поэтому как-то так вот. Заходим, смотрим. У нас добавилась студия. Добавилась студия, в которых можно поучаствовать, пособирать, пофармить какие-то персонажи. Да, мы вот сейчас вот сделаем синтез. У нас вот такие мини-персонажи. Кто-то сейчас скажет, что это чибики. Я даже знаю, кто это скажет, чибики. Но у нас есть мини-персонажи, вот эти мини-модельки, да, которые, в принципе, есть и Едамар Лиза здесь, вот все вот эти вот прочие всякие разные бойцы, которые у нас здесь такие кинулиса, и там подобная Нейлочка есть вот такая вот. Вот, поэтому... Поэтому можно пособирать их здесь. Здесь, кстати, можно поучаствовать. Да, давайте сейчас мы попробуем. Я не знаю, куда мне зайти. Здесь также вот можно апгрейд, да, чего-то здесь апгрейд делать. Здесь можно еще что-то, текущий порядок устроить. Можно, в принципе, поставить, а почему бы нет. Давайте мы сейчас сделаем, то есть вот так раз, да. Ведь у нас есть персонажи, мы можем это сделать. То есть у нас три персонажа, можно их поулучшать. Также можно здесь еще что-то сделать. Вот видите, у нас есть какие-то улучшения всяческие разные. Тут еще рядом сын тоже сидит, бубнит, общается, как бы, я говорю, потихоньку сидит, но он как-то не сидит тихо. Вот, значит, что у нас? Также какие-то исследования, тут надо, короче, разбираться, ребята, с этим делом, по этим маленьким вот этим вот нашим персонажам, маленьким нашим друзьям теперь. Вот, как-то так вот. Значит, 25 кристаллов за обновление. Задание сбросить через вот это количество. То есть можно отправить в командировку, отправить в командировку, отправить в командировку. Значит, чего? Командная. Получается, здесь у нас кооперативная тренировка для двух игроков. Видите, то, что есть, добавились еще кооперативы у нас. Также есть соло-тренировка. Соло всех в строй, можно построить и отправить. Здесь у нас 25 кристаллов за обновление. Давайте попробуем обновление сделать. То есть обновление у нас получается здесь только вот обновляется. Задание, да, то, что вот тут вот меняется. Как 25 кристаллов протестили, посмотрели. Вот, по апгрейдам у нас здесь вот, как бы здесь тоже вот улучшения всяческие. Я хочу коротко вообще рассмотреть все это. И, в принципе, где-то можно здесь еще отправить наших бойцов сражаться. Так, текущий порядок. Смотрим ряд сюда, то есть у нас вот. А здесь у нас получается атрибуты, атрибутика всяческая, то есть вот как-то вот так вот. Так, ну и да, и вот и на самом деле вот есть исследование, да, то есть можно вот здесь вот попробовать нажать, то есть взять исследование. Вот, ну, прежде всего, чтобы исследовать, лучше, конечно, прокачать нашу персонажа. Я не знаю, возьмем, наверное, яичко, допустим. И давайте попробуем его апгрейд всего сделаем. То есть, ну, у нас вот 8-й левачок, то есть мы немножко улучшились, немножко прокачались. А далее тогда мы берем вот сюда. Так, есть возрождение, можно это все вернуть, типа как. И здесь продвижение, всякое такое прочее, апгрейд. Вот, значит, статус. Давайте переходим сюда и давайте нажимаем исследование. То есть берем Ичигайо, делаем, значит, сначала выберите, что мини-отражение боя.
А, то есть мы уже не можем выбрать Ичига, мы его зря прокачали. Можете меня поздравить. Ладно, значит, поехали тем, то, что у нас есть. Значит, у нас, получается, персонаж у нас участвует только единожды, и то есть вот как-то так вот. Здесь, получается, у нас открываются всяческие ходы, и чтобы куда-то продвинуться, нужно сражаться. Поэтому сражаемся вот так, раз-два. Вот как-то вот так, раз-два. И то есть у нас Орехимка не особо-таки тащит, получается. То есть здесь пошаговый, скажем так, бой. Вот, мы продвинулись. Здесь у нас есть портал, но мы, соответственно, на него не идем. Попытаемся сейчас максимально проверить, зачистить зону, всю локацию. То есть дальше я уже не пойду, там, скорее всего, всякая ерунда будет. Вот, ну а здесь вот как раз немножко нам хпшки добавили. Здесь мы можем попробовать, конечно, вот здесь вот зачистить, победить вот этого босса. Давайте мы сейчас, наверное, попытаемся, по крайней мере, это сделать. Так, 45 жизней у него есть, 24 у нас. Мы вроде как должны зачистить, и у нас хпшки прям остаются вообще нисколечки. То есть вообще недальновидные, мы далеко здесь не убежали. Но здесь, по крайней мере, всякие монетки, всякое такое прочее мы вот там собираем. Вот, далее у нас здесь очень маленькая локация получилась. И у нас один-один всего лишь босс. Один у нас босс, но он реально прям босс, он один-единственный. Вот, но мы его, соответственно, не победим, потому что как-то вот так. В этапе есть недополученные предметы. Да, давайте попробуем уйти отсюда. То есть, вот так вот. Вот так вот, да, уйти, сбежать от босса и получить где-нибудь здесь люлей. То есть, ну, в любом случае, мы, получается, проигрываем. То есть, босса я боюсь, что мы вообще бы не затащили, поэтому как-то вот так вот. Можно было, конечно, попробовать посражаться с боссом, но я думаю, может, мы куда-то в другое место поракнемся, нет. А значит, далее мы пролутали, посмотрели, у нас, получается, не ходил Исида. Давайте быстренько сейчас закинем еще в Исиду. Немного это дало. Все, поехали, значит, берем Исиду и отправляемся тогда, значит, исследование. Будем надеяться, что сейчас у нас будет немножко побольше хпшки, немножко побольше, возможно, атаки, еще чего-нибудь, можно побольше. И поехали мы сейчас сделать исследование. Собираем монеточки, у нас везде, получается, пустые, поэтому нам только теперь остается сражаться поэтапно, пошагово. Вот, и будем надеяться, что мы что-нибудь утонем хорошее. Тут рядом сын подполз, не знаю. Вот. Здесь, смотрите, у нас какой фарм довольно-таки неплохой. Монеточки. Так, здесь стоит пустой, ну и бог бы на него. Здесь, короче, фрагменты, смотрите. Здесь восполнение хпшечки у нас выпадает. Здесь выпадает пустой. Здесь далее нам некуда идти, поэтому давайте вот этого попробуем пустого зачистить. Будем надеяться, что у нас будет вот здесь вот проход откроется. Потому что, ну, если не откроется, то это будет печально. Вот, мы побеждаем. Здесь у нас открывается портал. Все, в принципе. Далее нам либо биться с пустыми, открывать вот эти ячейки. Ну, как бы мы лучше перейдем на следующий этап. У нас, на самом деле, здесь этап следующий очень большой, обширный. Не то, что как у Иноя было. У Иноя там сразу же был босс. И, в принципе, все. Здесь давайте сейчас попытаемся побиться и победить хотя бы кого-то. И лутануть еще что-то. Так, у нас остается не так много жизни, и мы сейчас проиграем. Да, к сожалению, мы не вытянули дальше, никуда не прошли. А самое большее всего я прошел именно за Ичига. За Ичига я прошел и получил два новых персонажа. Здесь я вот получил как-то вот так вот. А также у нас есть вызовы, но у нас нету мини-отображений никаких. Поэтому стоит еще, конечно, попробовать пофармиться, где-то сделать какие-то, собрать фрагменты. Вот, и потом уже где-то раздобыть, объединить вот здесь вот и отправить уже наших персонажей. Ну, пока, к сожалению, некого отправлять, то есть никаких мы больше условий не выполнили, больше никого не получили. Поэтому на сегодня, ребятки, вот как бы вот больше, я не знаю, чего-то здесь еще добавлялось, не добавлялось. Ну, обнова довольно-таки очень была глобальная, то есть добавилась у нас рулеточка, добавился новый призыв к Кукаку, добавился новый нанозонд. Также немножко мы возросли, получается, в Рейатсу с помощью вот этих вот мини-фигурок, как я, получается, понимаю, вот они нам дали какой-то прирост, вот, поэтому сейчас станет нам больше шансов прокачаться, больше вырасти и тому подобное. Вот, но это не точно, это надо все перепроверять, поэтому сегодня собираемся на стрим, смотрим, что будет происходить, что вообще будет происходить на стриме, новый контент, поэтому я думаю, я жду вас. Вот на сегодня, ребятки, все, ставим лайки, не забываем подписаться на канал, кликать на колокольчик, поделиться видео с друзьями, и до вечера, до стрима, всем пока-пока.